Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу о интерактивном помощнике, который поможет вам максимально эффективно знакомиться с NFT Moon Metaverse. Что же это такое? Когда вы перейдете по ссылке, вы увидите вот такое предупреждение. В этом предупреждении говорится о том, что данный виртуальный тур, виртуальная локация и так далее, не является пока альфа-версией и метавселенной. В данном случае это такой некий интерактивный помощник, который максимальную эффективность даст в изучении информации об NFT Moon Metaverse, а также в помощь в покупке ассетов метавселенной, также там потом в фарминге, стейкинге и так далее. То есть этот инструмент помогает более эффективно использовать знания. Я думаю, он вам понравится. Теперь давайте предупреждение это закроем. И перед вами открывается вот такое вот окно. В левом нижнем углу есть такая общая карта, на которой обозначены города условные. Вы можете нажимать на вот эти вот оранжевые указатели и благодаря им прыгать, по сути, из одного города в другой. Локации достаточно большие, информации сейчас уже в принципе, достаточно много там размещено, ее будет еще больше, соответственно, локаций будет еще больше в этом интерактивном помощнике. А сейчас давайте попадем на главную локацию. Условно, город 1 у нас называется. Перед вами главная сцена открывается. И видите, что вот такими вот значками обозначаются синие. Розовые – это всевозможные локации, оранжевые – это перемещение по локациям. Красные с обозначением видео говорит о том, что там либо аудиоинформация, либо какое-либо видеообучение. Ну, давайте прыгнем вот в этот офис условный и посмотрим, что там находится. Данная виртуальная комната предназначена для того, чтобы получить информацию о аватарах. Также можно перейти на конструктор, собрать себе аватара. Отсюда же прям можно переместиться снова в главную локацию. Далее мы можем в следующий офис перейти. И здесь мы попадаем в комнату с обучающим видео, где каждое видео отдельно открывается, прямо здесь же в окне, и можно изучать таким образом информацию о метавселенной. Так, давайте переместимся дальше. Так, давайте перейдем теперь в эту локацию. Это такой выставочный зал, где вы можете получить информацию об ID-картах, да, аватарах, также участках земли, о токене. Также можно прямо здесь непосредственно совершить покупку. То есть, нажимая на данные значки, вас будет перекидывать уже непосредственно на сайт, покупки. Опять переходим. То есть, путешествовать по условным этим мирам можно либо через вот эти вот оранжевые указатели, да, которые обозначают локации, либо непосредственно через вот эту небольшую карту. Ее можно сделать поменьше и, соответственно, прыгать вот таким образом по локациям. Всю информацию мы будем здесь обновлять, дополнять. На эти карты мы будем добавлять всевозможные интерактивности, поэтому в дальнейшем можно будет даже участвовать здесь в конкурсах. Обязательно напишите о своем мнении о данном интерактивном помощнике. Также рекомендую вам обязательно погрузиться, изучить всю информацию, провести там как можно больше времени, потому что это даст, ну, достаточно интересный вам опыт там, от получаса до часа, полутора часов. В общем, каждый по-разному будет получать там информацию, потому что кто-то пойдет действительно изучать информацию о метавселенной, кто-то вспомнит информацию о метавселенной, но тем не менее каждый из вас получит какой-то незабываемый опыт. И визуальный, и в том числе в плане получения информации. Обратную связь обязательно пишите, что можно дополнить, улучшить, тоже пишите, я буду рад услышать. Хорошего вам дня, пока-пока.